Одесса в период холодов будет с теплом. Несмотря на решение суда о ликвидации ТЭЦ и замораживании всех ее производственных мощностей, губернатор сохраняет оптимистический настрой. На аппаратном совещании в обладминистрации Максим Степанов заявил, что вопрос решается на уровне кабинета министров. 10 октября состоится следующее судебное заседание по делу о банкротстве ТЭЦ. Губернатор уверен, что по его итогам удастся разблокировать важнейший объект энергетической инфраструктуры, который обеспечивает теплом более 300 тысяч одесситов. Судом были заблокированы любые действия по технологическому циклу производства тепла. Ситуация находится на контроле. Я думаю, что 10 октября будет решение суда. Заседание назначено 10 октября. Будет решение суда. Я практически уверен, что мы в состоянии будем это разблокировать. До 10 октября мы согласовываем с Нефтегазом все параметры по этому контракту, последующему подаче газа. Поэтому я думаю, что проблем с этим не будет. В то же время Максим Степанов не уточнил, есть ли у власти план «Б», если суд откажется разблокировать производственные мощности предприятия.